Привет, друзья. Я обещал продолжение спичек. И вот у меня один подписчик спрашивал про спички. Смотрите, такая коробочка. Вот уральские сказки. Смотрите. Аккуратненько открываем. Опа-на. Тут у нас спички, спички, спички. Вот такая коробочка. Спички. А там спички в деревянных коробочках. Ленинские места. Стеклопластик. Тоже спички. Опа. Опа-на, это что-то такое? Ударное оружие 18 века. Вот это да. Вот это да. Ребята, сохран капитальнейший. Лежали в сухом ящичке. Ну, эти спички мы помним все. И вот деревянные коробки. Дерево, коробочки из дерева. Это круто. Аленушка, типа. Без надписи, без надписи, без названия. Ну, коробочка деревянная. Тридцать лет победы. Вот еще интересная. Брестская крепость. Ленинские места. Кто-то пытался отодрать этикеточку. Ладно, все равно оставим. Вот тоже интересно. Вот так, 100 лет заводу какому-то братскому. А вот здесь был вертолет. Вертолетище. Плохо сохранилось, блин. Так. Интересно еще. Не оставляйте детей без присмотра, чтобы не утонули. Тоже интересно. Так. Что это такое? Музей Купалы в городе Минску. Тоже пойдет. Так, это тоже обдертое. Это тоже с этой серии. Опачки. Сохранчик. 72-й год. Такое. И тут бы, конечно, в конце под коробочками царский червончик. Ну, посмотрим. Это тоже неплохо. Посмотрите, какая прекраснейшая. Где нет тротуара, идите по левой обочине. Вот так приучали людей к порядку. Что с Кремлем связано? 71-й год. Хорошо сохранились спичечки. Эх, нет червончика. Жаль. 30 лет победы. И тут еще, чтобы вы помните, еще спичечки. Сейчас я посмотрю тут.
Может, какие-то есть другие. Вот. Слава Октябрю. Такая интересная коробчоночка. А то в бумажных там коробках не буду показывать, может, никому не интересно. Деревянных показал. Итак, смотрите видео, ставьте лайки, кому интересно, пишите, расскажу, что есть еще. Может, кому интересны чемоданы, их будем скрывать попозже, если интересно, пишите, покажу.